Не дивлячись на календарну зиму, у Запорізькому ботанічному саду вже весна. Через аномальну температуру, що вище кліматичної норми, деяким рослинам довелось прокинутися раніше строку. Несподівано засвів буйним цвітом жасмин, а через невелику різницю температури з вулицею квіти перейшли навіть на дах теплиці. Ну, смотря на аномалию нашей погоды, он почему-то у нас расцвел сейчас. И причем он цветет у нас очень буйно. И несмотря на то, что у нас температура здесь на пару градусов всего лишь выше, чем на улице, он у нас пробил стеклышко и даже полез и цветет сейчас на улице. Під час екскурсії по саду ми зіткнулися і на інші сюрпризи незвичайної зими. Прямо посеред теплиці – справжні тропіки, адже дозрівають екзотичні фрукти, не дивлячись на погодні умови. Мандарини, лимони разом з грейпфрутами та кумкват. Только сняли плоды с него, мы его должны были черенковать, но он у нас зацвел. Зацветает он где-то в марте, и плоды у нас появляются первые где-то к концу декабря, к Новому году. То есть вообще он плодоносит 9 месяцев. Подекуди прямо крізь опале листя пробиваються перші квіти. Здається, що зиму можна і не чекати, бо зацвіла й субтропічна калина із Китаю, або, як її ще називають, калина запашна. Вона завжди розквітає навесні. И вот в связи с таким у нас аномальным потеплением у нас в городе расцвела калина такая душистая. Обычно она у нас цветет в марте, но так как потепление такое, вот сейчас завязались такие, распустились цветочки. Рослини сплутали пору року остаточно, кажуть фахівці. Втім, сподіваються, що навіть зимові опади не вплинуть на стан дерев і чагарників. Зиму они как-то пропустили, поэтому все почки уже понабухали на деревьях и на кустарниках, уже готовы распуститься листочки первые. Если зима будет снежная и присыпет, то как бы деревья будут в порядке. Если, конечно, будет сильный мороз, это, конечно, для деревьев кустарников плохо. Молослава Бондаренко, Віталій Подолян, ТВ5.